Сегодня в экономическом календаре. В 12:30 Ассоциация британских банкиров представит данные о числе одобренных ипотечных кредитов. Превышение прогноза будет способствовать укреплению фунта стерлингов. В 14:00 выйдет общее число безработных во Франции. Снижение количества безработных по сравнению с предыдущим отчетом окажет благоприятное влияние на евро. В 15:00 будут опубликованы международные резервы Центробанка России. В 16:30 Министерство труда США предоставит еженедельные данные о числе первичных заявок на получение пособий по безработице. Рост количества заявок станет негативным фактором для американского доллара. Информационный видеоканал Maxi Markets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.